Чистка в красноярской полиции продолжается. Оперативники собственной безопасности МВД совместно с ФСБ задержали двоих участковых. Против них возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. Злоупотребление полномочиями, служебный подлог и фальсификация документов. По версии следствия, участковый из 5-го отдела полиции собрала материалы о незаконной торговле спиртным в павильоне. Но по указанию своего руководителя сфабриковала административные материалы, чтобы привлечь предпринимателя к ответственности за другое нарушение. И сделано это было, по словам следователей, для улучшения показателей. В итоге бизнесмена якобы оштрафовали за нарушение, которого он не совершал. По результатам служебной проверки из полиции уже уволили руководителя отдела участковых. Напомню, в начале сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятках оперативных дежурных. По версии следствия, они передавали ритуальным фирмам данные о родственниках умерших.